их не забыли. Нового расскажи. Сегодня какое число? Да, какое сегодня число? Сегодня 5 марта. Ага. 2006 года. Так, ну расскажи нам, что у тебя тут интересного? Так, интересно, сегодня очень солнечный день. Вся комната залита солнцем. Ага. Вот что это за картина, расскажи нам. Какая? На стене. На стенке. Картина — это дом моей бабушки, моей тети в Бобруйске. Угу. Он стоит на главной улице, шоссейной, и рядом с ним, вот по левую сторону, по левую руку, это кинотеатр «Пролетарий», известный бобруйский кинотеатр. Угу. Так, ну расскажи, а что здесь? В одной из комнат мы были временно, пока папа был на Дальнем Востоке. На Дальнем Востоке бабушка моя, то есть мамина мама, приютила нашу всю семью. Нам дали комнаты там две. И мы там жили. Угу. Там Ревека? Это Ревека? А? Это Ревека? Бабушка Ревека, да. Бабушка Ревека. А вот когда я там, там рояль же наш стоял, мама уже забрала из той квартиры нашей профессорской. Она забрала рояль в первую очередь. И рояль стоял там. И когда открыты были окна, я что-то играла, тогда народ там собирался под окнами. Хм. Ну, просто проходили, слышат рояль. Ну, не то что народно, но кто ходил? Зеваки всякие стояли, слушали. А я, наверное, даже заметила, я даже не думала, поскольку первый этаж, что это слышно было все на тротуаре. Так. А сейчас ты где играешь? А здесь сейчас я играю. Подожди, подожди, Леша, мне надо убрать это. Здесь лежат бумаги временные. Ага. Ну, это твои рабочие бумаги, ничего страшного. Ты играешь на... На киборде. Ага. Так, подожди, так. Пока, бабуль, пока, окей, хорошо. Это звучит так. Мини-представление. Мини-пианино. Это оно звучит так. Что-нибудь из тех лет можешь? Да. Из тех лет. Цыганское что-то. Нет. Вот из тех лет. Это танго называется, брызги шампанского. И здесь какие-то фотографии. Но это мы потом, ты нам будешь рассказывать. Где? Про эти фотографии. А, значит, там у меня эти всякие украшения мои, которые текущие. Ага. Понятно. Хорошо. Хорошо. Тур окончен. Значит, это семейное дерево, да, которое я составил на основании записок, сделанных, может быть, 20 лет назад. Когда дядя Миша нам рассказывал по памяти, все, что он помнил, когда Галя сидела, ты была, и я, вот я записывал всего слов. Он помнил по уровень Ревеки Исаковны и Зимеля Кацинбогина. Да, мама же была. Бабушку и дедушку. Мама была Зимеля, вот, Зимелина, Зимовина. Да, вот ты помнишь, да? Что вот она жила 1860 или 56, вот он здесь не помнил, по 1886 или 87, когда она умерла? 1887. Бабушка Ревека, я же еще застала, когда мы приехали. Тогда какой? 1900 какой-то. 1900, может быть. Конечно. Это после, после твоего рождения. Ты ее, конечно, видел? Я ее видел. Я даже, она сидела возле дверей вот этих, вот этого дома. Да. И когда мы шли и возвращались на шоссейную, она всегда сидела там. Это был 1900, я сейчас скажу, мы попали в Бобруйск, уехали в Бобруйск перед войной, ну, в 38-м примерно году.
Да, 38-го. Папа, нет, папа приехал в 39-м, вернулся с СССР. Значит, это, наверное, вернулся в лагере. А, но это до войны, да, но это до войны. Она была, жила до войны. Значит, до 39-го. До, она... Нет, подожди, надо так поставить. Я же там училась в Адольске, я училась в третьем, четвертом классе примерно. В четвертом классе. Вот считай. На четвертом классе, наверное, было 11 лет, да? Угу. То, что четвертый класс, меня попадали в четвертого класса. 36-й год. 36-й. Папа, я вернулся в 38-м примерно, 38-39. У меня бабушка жила. Угу. Значит, это было... Вы знаете, что войну бабушки уже не было. Значит, может быть... 39-й, 38-й. Может, 40-й, может, даже вот так. Я уже не помню. Угу. Так. Средний дядя Миша у Ревики Исааковны из Зимеля Абрамовича Кацинбокин было 11 детей. Да? Помнишь? Ну, я знаю только. Давай начнем с первого. Первый был Самуил Зимелевич, 1881 года рождения. Да. Дядя... Мы назвали его... Самуил? Ну, Самуил, Муля, Муля. 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 А ты не помнишь, когда он умер? Нет. Ты помнишь. Вторым ребенком 1885 года рождения была твоя мама, Гита Зиновьевна. Она умерла в 52-м году. Да. Помнишь более точную дату? 52-й год. Мне было 4 я года. Я же не следующей была Надежда Зиновьевна. 1889-49 года. Да, это мама? Миша. Дядя Миша. Мама дяди Миши. Так. Следующий. Четвертый ребенок была Софья Зиновьевна. Сонечка, но она очень рано умерла. У нее был муж Дубин, это единственное, что помню, дядя Миша. Она очень рано умерла. И Зима Крепач, их сын, который жил в городе Риге. Да. Следующий, пятый ребенок, 901-го. Года рождения, 1981-82 год смерти, была Любовь Зиновьевна. Мы ее видели с Галей, кстати, когда были в гостях у дяди Миши в Ленинграде. Да. У нее был муж Мендель Михаил Аркин. Его Аркин Давид Григорьевич. Аркин Давид Григорьевич. Был известным коммерсантом. Да. У них был ребенок Аркин Владимир Давидович, 926 года рождения, почти говорят. Да, да. Ты его помнишь? Да, да, конечно. Следующий. Была? Тетя Лиза, наверное. Это... Нет, мы еще не дошли до тети Лизы. Был Мендель, 1889 года рождения. Мы назвали дома дядя Медя. Дядя Медя. Так вот. У него была очень романтическая история любви с Китти, дочерью царского генерала известной фамилии. Русская фамилия, да. Она русская была. Она русская. Да. Так вот, история любви, ты не помнишь, что там было? Я помню, да, что... Ну ты помнишь, такая история была. Китти. Она даже, будучи старушкой, она не выходила за территорию дома, не подкрасившись, не причесавшись. И тетя Китти была такая молодница. А где они жили? В Ленинграде? Они жили в Москве, угол. Ты знаешь где? Где министерство на площади Ленина и вот эта улица, которая поднималась вверх, на самом углу. Поэтому дядя Миша написал. Служащий на площади Ленина, очень добрый и мягкий человек. Да. Он умер в 46-м году, после войны. Это... 1946. Дядя Меди. Да. Он очень любил меня и маму. Следующая была... Он же помогал всем, кому так мог. Вот они жили прямо угловой дом. Там в последнее время был магазин
то ли колбаса, то ли еще. Там парикмахерская была. Прям колбаса. Небольшой двух- и трехэтажный дом, я помню. Трех или четырех даже. По той стороне, где министерство Черной Глуги. Да. Там же. Угу. Я помню. Следующий ребенок, седьмой, Эстер. Эсфир. Не помнишь? Нет, даже не следующая. Елизавета. Ну, какие годы рождения? Что ты помнишь? Я знаю, что она всю войну провела еще в эвакуации. Значит, сколько лет она уже? Я себя знала, я могла бы умерше спросить. Ну, это мы выясним. Хорошо. Что ты еще помнишь? Был такой лев. Девятый ребенок был лев. Потом меня назвали Лёля. Потому что его домашние звали не Лёва, а Лёля. Да? Лёля. Меня же записали Люба, а называли все время Лёля. Тебя называли Лейба. Тебя. Либо. Либо. Либо по паспорту. Да. L-E. А сейчас L-Y-E. Угу. По-домашнему, да. Его звали. Лев, да. Ну, тоже он очень рано. Угу. А 10-й, 11-й ребенок ты не помнишь? Нет, тоже не знала. Знала. Мы идем по линии мамы Гиты Зиновины. 1885 года рождения. На этой фотографии, как ты думаешь, сколько лет? Здесь, наверное, очень немного. До 20, наверное. 20 кусочков. То есть это 1900, начало 20 века? Ну, конечно. Да. Расскажи о ней. Что ты помнишь? Ну, когда она была врачом, она была очень хорошим, очень известным врачом, когда она, мы жили в Бабруйске временно, пока из Минска пришлось ехать. Так, надо погромче. Нормально, нормально. Ну, дело в том, что Минск и ее работы, я не знаю, просто не помню, потому что мне было тогда лет 10. Я не знаю, я знаю, что мы жили в профессорском доме, и в этом доме жили только в основном все, или профессора, или там ученые какие-то, вот. Что ты можешь вспомнить о маме? Я помню, что бабушка в Москве, в Минске она работала, и у меня была няня очень хорошая, Варвара, потому что мама работала, и папа работали, и дома была домработница, очень хорошая няня. Она воспитывала и Юти, по-моему, и Миру, Миру точно. И да. Вот так я помню, что они уходили на работу, и я оставалась с ней. Угу. Она меня очень любила. Она тебя воспитывала? Она меня, ну, воспитывала. Она... Или учила чему-то? Нет, нет, она хотя бы ничему не учила, но она была очень добрая и очень заботилась обо мне. Это была такая няня Варвара, она у меня есть на фотографии. Потом в 1936 году, однажды ночью, пришли какие-то люди и сказали папе, пройдемте, пройдемте. А я проснулась от того, что слышу, мама рыдает. И я говорю, в чем дело, что такое? Папу убили, папу убили. Это был год, когда приходили ко всем ночью и уводили. Я сама, это я помню, потому что не было ли тогда. 11 в 36 году, лет 11, я уже помню, как мама рыдала, и как я ничего не понимала, почему, куда увели. Вот. Ну, все жили в этом квартире? Была и Мира, да, это же еще. Юдя. Конечно, Мира и Юдя. Я почему-то спала, наверное, в детской, там, где с мамой, может, я не знаю. Во всяком случае, я проснулась от того, что мама рыдала. Ну, потом, значит, когда мы узнали, что в этом доме, профессорском, почти половина дома были также мужчины, в основном, к ним приходили и водили неизвестно куда. И я помню, что в какой-то день уже, я не знаю, сколько прошло там действия, что я помню, что мама взяла меня, и мы пошли в дом правительства такой в Беларуси, в Минске, на главной улице, дом правительства. Мама куда-то ходила, что-то хлопотать, а папе что-то. Но все это было бесполезно, потому что это была уже политика. Конечно, забирать самых лучших, самых интеллигентных людей, забирать. Посылать куда-то, куда угодно, не знаю. Многие оказались просто в тюрьме и уже не вернулись домой. А вот папа постигла такая участь более
мягкое. Его просто сослали на дальний восток, на самый почти китайской границе. Какое место? Это город Сучан. Сучан. Там угольные колья, в общем, это глушь наследная. Прошло что-то года два. Ну да, я была, наверное, в четвертом классе, в 11, несколько лет прошло. Да, маму, конечно, квартиру пришлось освободить. Квартира была шикарная, трехкомнатная. Я помню, папа был громадный кабинет. И что я помню, сам стоял прекрасный фикус, который мне иногда поручали протереть листья фикуса, протереть у меня маленькой тряпочкой. Прошло несколько лет, значит, да, потом нас пришлось, квартиру пришлось освободить. Ну и куда ехать? Конечно, мама поехала к своей маме. Ее мама жила в отдельном доме в Бобруйске. Почему везли только рояль, я не знаю. Но мы приехали с роялем туда, в Бобруйск. Ну, что-то такое, наверное, может, еще что-то из мебели везли, я не знаю. Ну, и как мама перенесла все это? Как она перенесла? Очень плохо, конечно. Но она все-таки, тогда ей было, сейчас скажу, ей было лет 40. В 36-м году? В 36-м году. Я родилась, когда ей... В 36-м году ей было 51 год. Да, 50. Ну, она еще была бодрая такая, все, но все-таки я была врачом. Так что она в Бобруйске устроилась работать сразу. А бабушка, вот бабушка Ревека, ну, она была на хозяйстве там. Тетя Лиза работала, и муж тетя Лиза, дядя Моисей, он тоже работал. А вот мы дети, я, Мира, Люди, Белла, ну так. Ну, и все жили в доме у бабушки? В доме, да. Большой. Вы жили только с тетей Лизой? Да. Никто больше из семьи там? Нет, конечно. Потому что приватный дом, а жила только тетя Лиза, дядя Моисей и Белла с Зимой. Вот. И кто? Белла? У Беллы брат был Зима. А, Зима, да. Который погиб в Ленинграде, Беша от В 42-43 году. Да, от голода в Ленинграде. Угу. Вот. Я потом расскажу еще интересную историю, что я в садике узнала насчет этого Зимы. Давай вернемся к Дальнему Востоку, да, вот эту линию. Значит, когда дядя Лёва еще жил, так, ну, он очень был достаточно обеспеченный человек, дядя Лёва. Брат Михаила Монозова. Да, брат, он, значит, помог нам, то есть маме и мне, взять билет и поехать навестить папу. Потому что папа работал, он же не был в тюрьме, он работал там, жил в этом. Он жил на поселении, случайно. Врачом? Да, да. Его там очень ценили, потому что я знаю, когда мы приехали, так это было поздней осенью, и ему какой-то очень, не знаю, какой там начальник приходил, значит, вот, познакомился с папиной семьей, то есть с мамой, со мной, и принес громадную корзину с помидорами. Это мне запомнилось, вот до сих пор я помню, это корзина с помидорами. Какой это год? Ну, мне было сколько лет, наверное? Это был тот же год, когда его взяли? Нет, следующий. Через год, да, наверное, через год. Так, ну, я еще, ну, лет была так, осень 37-го, скорее 37-го, всего. 37-го, наверное, да. Вот. И потом еще что там решили девочку прокатить на двуколке. Вот мы с папой сели на двуколку. И мы там прокатили по дороге. Мы решили развлечь девочку. Но мы ехали туда 2 недели. Это сейчас ходят пассажирские экспрессы всякие до Владивостока, там, до Сучана, там еще это же нет. Сейчас можно на самолете. Там можно на самолете, а тогда же это какие-то там самолеты. Ну, были самолеты, наверное, не такие, чтобы... И потом я не знаю, почему мы выбрали. Мы ехали в купейном вагоне. И ехали 2 недели. То есть фактически жили 2 недели в поезде. На какой-то станции мама выбежала на станции. Там к станции обычно приносили всякие фрукты. Там, и как сейчас помню, мама купила корзинку с яйцами. Ну, повезла, ну, потому что думала, что там это где-то в глуши, там что. Мы же не знали, как переписки, по-моему, не было никакого. Я не знаю, может, им письма были, но я не помню, что были письма, что мама рассказывала. Ну, в общем, короче, я встретились. Довезли? Довезли. Ну и, конечно, для папы это было большое дело. Мы как-то помогли ему. Ну, а он знал, что вы приедете? Да, конечно. То есть вы написали, папа, сообщили? Наверное, наверное, какая-то связь. Я не знал, потому что он нас уже ждал, встречал.
И где он жил, в каких условиях? Нормально. Комната? Домик, комната. Я не знаю, чья это была, может, хозяин, может. Ну, в доме, короче, мы жили. В чьем-то доме? У него была комната? Да. Ну, он свободно жил, никаких там... Запретов на... Нет. Он только не мог выехать? Выехать он, наверное, не мог. Я не знаю, может, там отбирали документы, я не знаю. Во всяком случае, жил он спокойно. И все там было нормально. Вот. А в Мирос люди уехали в Москву. Из Минска? Нет, не из Минска. Они приехали еще в Бобруйск. Мы все жили в Бобруйске. Это дядя Лёва и тётя Роза забрали их, потому что у них тоже был... Какой это год был примерно? Ну вот считай, что мы если уехали. Тоже примерно... 36-й? Нет, это позже. Вы сколько прожили вот в Бобруйске у бабушки, у Ревеки? Ну, года три, наверное. До 39-го? Да, потому что в 39-м папа вернулся. Но до этого, до его возвращения, Мир и Юди уехали к Лёве, к брату папы. Потому что Юди училась в институте, а Мира тоже заканчивала школу, наверное, было. Но они вынуждены были прервать на время проживания в Бобруйске? В Бобруйске это было, я не знаю, по-моему, это было только летом они были, их забрали. То есть они не потеряли. Их очень быстро забрали. Да, они не потеряли ничего. Но они учились в Минске. Да, потом в Москве. Потом в Москве. Да. Они в Бобруйске были, я только помню, что они рассвели были, ну, я не знаю, может это было лето, может они пропустили там сколько-то месяцев, но они в Бобруйске не учились. И потом они, а где то в то время жил Лёва, Лев Исакович? У себя, ну. Где? На Арбате? Конечно. Вот в этом самой квартире на Дровяном, на Дровяном переулке. В 38 году умер. В каком Дровяном переулке? Дядя Лёва. В Хлебном. То есть в Хлебном. Дровяной Таган. А там же было три комнаты. В одной комнате Мира Сити, в одной тетя Роза, в большой комнате дядя Лёва. Я помню квартиру. Потому они их пригласили, что они были, тетя Роза и дядя Лёва жили одни в трехкомнатной квартире. И потом решили, что для Бобруйска люди и Мира уже выросли, что им уже надо куда-то в школу, в институте. Вот так и. А в 39-м папа вернулся. То есть он там был 3 года потом. Полностью реабилитирован. Бабушка Гита была врачом. Какой специальности? Гинеколог. Гинеколог. А как они познакомились с дедом? Откуда? Как ты думаешь, она была? Может быть, она рассказывала. Какой был рассказ? Возможно. Как могла так... мама рассказывать, что было, когда да, тут надо было работать ей? Она же одна работала. То есть не было таких застольных бесед каких-то? Какие там беседы? Что? Тут надо было накормить, одеть, обуть, работать. Но ты можешь предположить, что они познакомились так, как оба были врачами? Нет, потому что я думаю, что Бобруйск... Ну, может быть... А как мог дедушка Михаил быть в Бобруйске? Папа жил в Москве, он же учился в университете. А откуда он родом сам? В Москве он родился. В Москве. Ну и он там учился в МГУ, имела медицинский факультет, который превратился потом в мединститут. Угу. Ну где он не мог встретиться, я не знаю. Между, ну, ты, эти, а мама, то есть бабушка Гита где училась? А мама в Минске. Ну значит, как они могли встретиться, неизвестно. Не копай. Не буду. Копаешь такие... Ну мало ли, может быть ты вспомнишь. Ну, я не тоже не вспомнил, я не знала. Хорошо, теперь мы идем... Дальше, по хронологии. Вот здесь мы видим бабушку и дедушку. Да, здесь они, видно, он приезжал, наверное, в Бобруйск, я не знаю. Здесь написано, какой год. Ну, это год, наверное, 1900, может быть, 20-й, может быть. Хотя лет в 18-м году уже Юди родилась, так что. 915, да? Ну, правильно, потому что в 18-м году уже Юди родилась. Здесь дедушка в форме военного медика? Да. То есть он участвовал в войне? Нет. В Первой мировой? Нет, ну он просто был военным врачом, я не знаю, где он был. То есть он мог не участвовать в боевых действиях? Нет, наверное. Это мама такая, полнородная еврейка. Это 916 год. Это тоже еще люди нет, люди 18 родилась. Угу. Значит, они, видимо, только-только поженились. Конечно. Здесь ей 31 год. Она 85-го. Ну,
16, то здесь ей 31 год. И это все происходит в Минске. Нет, это еще в Минске, конечно. Папа, это дядя Лёва. Это дядя Лёва. Вот что ты помнишь, дядя Лёва, когда он родился? Он умер в 38-м. Он был средним братом или старшим? Он младше папа. А, он младше был? Конечно. А. Значит, он родился позже, после 84-го года. Я его под рождение не знаю. Я знаю, что мы приезжали, а мы же из Москвы уезжали на Дальний Восток. Я его очень хорошо помню. Когда мы приехали, он еще... Мы приехали... То есть вы приехали из Бобруйска в Москву, а из Москвы уже вы туда, на поселение? Это, собственно, он помогал, он все это оформлял. Он уже тогда вернулся из поездки по Америке? Да. Может быть, поэтому были средства, он занимался кино. У него вся обстановка была, уже из Америки привез. Очень много там такие пуфы были специальные такие. Я помню тумбочки черные, да. Красные, этажерочки такие внутри. Были. Да. Внутри тогда спорта. Мода была такая. Да. Мода 30-х годов, конца 20-х. И мы когда вернулись еще оттуда, с Дальнего Востока, он подробно расспрашивал. Как мы ехали в поезде, как что там мы видели. Я ему рассказывал про Байкал, что мы ехали в поезд где-то на самом берегу Байкала. Так что. Ну, в 37 году. А передал что-то его брат? Ну, то есть твой папа? Передал какие-то письма или что он передал? Не знаю, я же Ну, ты была маленькая, тебе было такое. Неужели думаешь, что ребенок 12-13 лет какие-то письма? Нет, он мог передать с мамой. Так, ты давай не копать, потому что за это можно успеть дойти за несколько часов. Вот что это за фотография, откуда? Это фотография папиной семьи. Это папа. Михаил, у него было два имени, Михаил. Это его мама, это бабушка Лиза, а это дедушка Исаак. А это младший брат дяди Лёва, а это сестра Роза. Роза Исааковна, Лев Исаакович. Михаил Исаакович. Где эта фотография была сделана и примерно в какое время? Эта фотография была сделана в Польше, потому что они в это время уже жили в Польше. Гданьске, они... Данцы. Да, в Гданьске. Какие они... годы? Не помню. Ну, судя по возрасту папы, это было уже... до его знакомства с бабушкой? Нет, после. То есть он ездил из Москвы, где они, из Минска, где они жили, он мог ездить в Польшу? Тогда я не знаю, в то время можно было ездить, по-моему, не знаю. Но тогда Польша была, по-моему, частью России в какой-то момент. А кто были? Вот, бабушка Лиза, да. Конечно, была домохозяйка, а дедушка Исаак был известный бизнесмен. И поэтому им разрешили жить в Москве, когда они поэтому из Польши переехали в Москву. А в Москве евреев не очень принимали с радостью. Черта особости была определенная. Конечно, черта особости. В Москве уже не разрешали. Ну, а вот ему разрешили, он там обосновался, и там родился папа. А тетя Роза, она старшая была? Старшая сестра? Папа, потом тетя Роза, потом дядя Лёва. Они уже все в Москве родились. А кто был Исаак, дедушка Исаак? Я думаю, он бизнесмен в какой-то... Ну вот ты говорил, что он владелец был колосточной фабрики. Да. А вот какие линии ведут в Грецию? Что ты помнишь? В Греции они жили или они. Кто-то? Или может, кто-то из их родственников. В какой-то момент они переехали в Польшу, жили в Польше. А потом переехали в Москву, в Москве вот так родился. Это было уже 1885 год. Теперь я бы хотел уточнить по линии Льва Исааковича. Вот что известно о его поездке в Америку? Примерно какие годы это были? Ну, в Америку.
всяком случае, в 38 году. В 38 он уже приехал. Слышал, он уже умер. Вот я сейчас хотел найти фотографию, где он изображен за столом. И эту фотографию мы нашли в интернете, введя в поиск, вот она, введя в поиск имя Лео Монассон. Вот. Это он? Ты знаешь его? Может быть, не очень качественная фотография. Но это статья о его деятельности в Америке как представителя АМ-кино. Да, его посылали. В то время посылали только очень знающих язык. Он был образованный, знал язык. Знал язык в совершенстве. И только он же был, когда был работал в Голливуде, он был знаком с Эйнштейном. Эйнштейном они приехали? Или он приехал отдельно? Нет, я не знаю, приезжали вместе, но он был с ним знаком и с ним работал. Поэтому в свое время бабушка Роза передала письма Льва к Эйзенштейну. Музей там Эйзенштейна. Письма, да, потому что, кроме того, вот этот был такой муж Орлова, я забыл такой. Герасимов. Александров. Александров. Они тоже были знакомы. Потому что они в это время тоже были в Америке. И у нас осталась, наверное, у Юмира Люди, осталась фотография, где Орлова, дядя Лёве дарил свою фотографию. Потому что они как-то встречались в Голливуде, там, mm-hmm. не в Москве, а в Голливуде. Вот. Ну, оттуда он был командирован по изучению звукового кино. Тогда то есть он... не просто как коммерсант для покупки. Нет, ну тоже. Он по изучению, вот я знала, что такое, что он по изучению звукового кино. Он же работал не коммерсантом, а он работал по истории звукового кино. И вообще интересовался возникновением этого звукового кино. Угу. И значит, вот он вот это. А в России тогда не было звукового кино. Нет. Был немой. Тогда был немой, и очень топер играл. Топер играл. Сопровождение на рояле. Это была делегация, лично он, Эйзенштейн. Это в те годы Эйзенштейн снял фильм «Да здравствует Мексика». Я помню, у тети Розы, бабушки Розы, висела картина, пейзаж такой южноамериканский, может быть, мексиканский, и на поле работают мексиканцы с сомбреро. Я помню это. Картину, это он привез, возможно. А с кем их артистов голливудством был знаком, ты говорила? Да. Дуглас Фэрбэнкс. Да, Дуглас Фэрбэнкс и Мэри Пикфорд. Мэри Пикфорд, известный. Известный американский артист Мэри Пикфорд и Дуглас Фэрбэнкс. Дуглас Фэрбэнкс. Да. И что они были просто знакомы как-то во время его приезда, они общались? Да. Он а был, какая линия? Здесь, да, вот это. Значит, но, по-моему, не были расписаны. Он жил в Лос-Анджелесе? Я не знаю. Не знаю. Я знаю, что была тетя Мина такая была. Мы знали, что есть такая тетя Мина, что это его жена. И, по-моему, бабушка Роза говорит, что она приезжала в Россию. Были дети? Нет. У меня был расписан, не было детей. А что потом с ним случилось, когда он приехал, вернулся? Я слышал другую версию, что его тут притесняли, он был расстрелян за поездки. Это возможно было? Нет, нет. Ну, к папе прицеплялись именно потому, что... А, потому что Лёва был за границей. Могли его обвинить в том, что он связан с капиталистами, там, с американцами. Американский шпион. Нет, ему все равно его обвиняли в том, что он насаждал эпидемию холеры. Вот так. Эпидемия холеры. Но как основа для того, чтобы зацепить за него, было то, что брат жил в Америке.
он жил там несколько лет, не то что миллион, он жил несколько лет, пока он изучал это. У него была даже тема такая экономика мирового кино. Он писал такое, экономика мирового кино. Кто это на фотографии? Это Белла брат родной. Сын тети Лизы. Тети Лизы? Да. Зима. Который умер в 42-м и 43-м да. году в Ленинграде. Он учился в Ленинграде, он из Бобруйска уехал в Ленинград. И учился. И здесь в садике я встретил одну женщину, которая училась вместе с ним. Ладжи совпадение. Мало того, что в одной стране, в одном городе, в одном садике. Почему так получилось? Я раздеваю пальто, вешаю там на вешалочку. А слышу, я же стою спиной в зале, вешаю пальто. И она говорит, еще один бобручанин. Ну, она там кому-то говорит, еще один бобручанин. А я поворачиваюсь, я говорю, ну что, тоже знаете бобруйского? Ну, да, ну как же. Я же там жила. Ну, я так сказала, что она до войны, она, и она, и Зима, еще один такой Казя Веленчик, я знаю, что там Мира с ним дружила, Казя Веленчик такой. Они все втроем уехали в Ленинград учиться. Они поступили. И она осталась жива как-то, я не знаю уже как. А Зима, вот, он умер от голода, как тетя Лиза рассказывала. Он был такой упитанный. Ну, трудный голод, да. Ему труднее. И вот она говорит, я его хорошо очень помню, потому что мы же уехали. Те, кто вот уехали в Ленинград, те остались живы, потому что Бобруйск начал удирать, все начали. Они он был захвачен. Ну, ты говоришь, тетя Мира уехала в Ленинград из Бобруйска? Не тетя Мира, а тетя Мира. Это женщина, которая... А, женщина. Ты говоришь, кто-то, тетя она... Тетя Мира дружила с... А, она дружила... С этой компанией. А. Мира и вот эта Зима были фактически ровесники. Его друзья и вот эта женщина, еще один Казя Веленчик, который, с которым Мира дружила. Да. Это все... А как она могла дружить? Я так понимаю, ни Мира, ни Юди долго там не жили. Ну они там были сколько. Просто на лето, может, ну, приезжали. Они же к Зиме приходили, же была компания. Да. Они жили, в мирное время жили. Да, да. Они уехали в Ленинград, а Мира в Москве была. Теперь мы перейдем к фотографиям. Я же потом ты не на шторке сидишь, можешь там очень плохо держится. Так что, уже? Можно. Ну, это люди Мира. Примерно. Какой год? Ну, ты считаешь, что если Мире, наверное, лет 5, и люди, значит, соответственно, лет 8. Тетя Мира какого года рождения? 22-го. Значит, это где-то 27-й, а тетя Юдя 20... 18-го, или 18-го. Угу. Значит, это где-то 27-й год примерно, да? Ну, наверное. Ну, сколько тебя отмеряли? Лет 5, наверное, да. 5. Значит, 27-й, 26-й, 27-й. Ну, это еще Минск. Минск. Понятно. А что это там за шкурка какая-то? Ну, это обычно. Это в доме было сделано? Нет, это фотостудия. А, фотостудия. А вот это интересно. А это уже с тобой. Значит, это уже 10 на века. Ну, будет 2. Тоже 26-й, 27-й. Это тоже студия, да? Да. 27-й, 28-й, может быть. Ну, хотя теперь нет, не может быть 3. Ну, 2, около 27-й. 27-й. А здесь кто? Ну, все те же. И где примерно это могло быть сделано? Это еще Бобруйск. Минск. Минске, конечно. Это Минск. Минск, тебе здесь, наверное, год, да? Это, наверное, 26-й год. Наверное, год. Тоже больше. Раз я сама стою. Хотя, наверное, не стою все. Ну, ты могла сидеть у нее на коленях. Ну, где-то 26-й, 27-й. А какой адрес? Не помнишь, где вы жили в Минске? Точно знаю, улица Володарского. Улица Володарского? А дом номер? Ну, наверное, если вы по архивам посмотреть, там будет известно. Дом Красной Профессуры, как называется? Так назывался Дом Красной Профессуры, потому что он был красный кирпич, и там жили только вот такие. Я дружила с одной девочкой, у нее тоже папа был профессор. Кстати, вот эта линия очень интересна. Ты вспомнила о девочке, Либе, у которой отца тоже взяли? Тоже, конечно. Либо такая была,
кто у нее была семья? Тоже известные врачи? Да, или врач, или профессор, может, профессор, преподаватель. Преподаватель. Еще взяли отца девочки. Взяли. А я очень хорошо помню, что у них собирались, обычно детей собирали. Дети профессорские дети. И всегда так устраивали, если там какой-то праздник, там день рождения, значит, все это было так шикарно сделано. А фамилию это не помню? Нет, не знал. Это Лилия, я помню, что ее звали Лилия. И моего возраста, и собирались его. И они потом тоже уехали? Не знаю, мы уехали. То есть вы уехали больше? То есть больше ты в Минск не возвращалась? Нет. А Мира однажды приехала после командировки туда и зашла в этот дом, зашла в нашу квартиру, позвонила туда, на четвертом этаже мы жили, и ее не пустили. Спрашивает, кто? Она говорит, я хочу посмотреть на эту квартиру, я жила здесь. И не пустили. Вот дома. Какой это год был? Я не знаю, она уже по командировке своей. Уже 60-е, 70-е. Она обрадовалась так верно, что вот я еду в Минск, хочу посмотреть. Поднялась и говорит, я здесь жила, еще до войны. Кто там сейчас жил, не знаю. Может, там никого не было дома, может, побоялась кто-то пускать. А здесь кто? Это тетя Роза. Каким образом тетя Роза она была? Она приезжала, наверное, в Минск. Она приезжала в Минск навестить просто папу. Сколько ей лет примерно? Это был тот же, где-то 26-27 год, да? Да. Судя по возрасту. Наверное, годика 2, по-моему. 27. Значит, сколько было тетя Розе примерно? 27 и там, наверное, тоже. Около 30? Нет, больше. Она была ровесницей с мамой? Дитой? Нет, что-то не было. Значит, много. Если папа в 85-м считает, 84-м, она, наверное, дядя Лёва, она, наверное, в 89-м, в 90-м, допустим. А. Она же после папы, да. Значит, здесь ей было 89-й, даже 90-й год. Ну, давай прикинем, 90-й год. Значит, здесь 27-й, значит, ей было около 37 лет. Да. Она была ученым, да? Она работала ученым-секретарем в МГУ. А по какой специальности? Она по филологии, она преподавала русский язык. Я помню, она рассказывала, не знаю, так это или нет, она была учителем у Келдыша. Он был у нее учеником по филологии, по литературе, да, там по русскому. Там она занимала большую должность, но ученый секретарь МГУ. А где у нее образование было? Не знаю. Где она получила образование? А папа где учился? Я же тебе говорю, в МГУ. А, в МГУ на медицинском факультете. А дедушка Лева, его брат, неизвестно. Но он учился по гуманитарной области. Здесь тоже где-то лет два. Наверное, уже ботинки, это они еще уже наверняка были. Уже волейбол играл. А вот здесь кто? Можешь помнить? Мама, это в Крыму. Крым? Какой год примерно? Ну, вот те же годы. Я же на руках еще. А, да. Плохо видно совсем. Ну, очень старая фотография. Да, можно улучшить ее, но... Ты это вспомнил, да? Вы выезжали так периодически. Я помню так, в Крыму вдруг там была масса, вот мне запомнилось, что там было очень много фруктов. И я помню, что дети, конечно, дети имели фруктов столько, сколько, может быть, ни в Москве, ни в Минске, ни где-то столько не было. И как раз как нарочно у меня случился расстройство желудка. И все говорят, ну вот, они едят, а Лёля нельзя. Так что мама сказала, мне запомнилось на всю жизнь. У Лёли желудок не варит, зато у нее голова варит. Вот это. Мне было обидно, что они едят там дыни, арбузы, все, виноград, а я не могу, мне не знаю. Ну, потом все прошло. У тебя стала работать голова и желудок.
Ну как сейчас помню, чтобы меня успокоить, да, у Лёли желудок, но вот зато у меня голова. Это Мира. А вот какое было имя у тети Миры? Полное. Мириам? Мириам, конечно. Мириам. Это Мириам. Было классическое еврейское имя. А у тети Юди? Юдиф. Юдиф. Джудис. Ну, по-английски Джудис. Ну, по-русски Юдиф. А здесь какой год примерно? Ну сколько? Здесь лет 5-6 у тебя? Больше, больше. Больше? Конечно. У него такие длинные волосы, ты помнишь, были, да? Да, у меня потом на косичку записали. Специально для фотографии. А вот здесь кто-то не может помнить? А-а-а. Это Дина, моя подруга по Бабурскому. Это та самая Дина, которая живет в Казахстане, в Алмате? Да, я переписываю, сейчас я получила. Она жива? Я получила это письмо. Да? Очень приятно. Но я не знаю, кто такой. Ну это может быть ее компания. Да. Она тебе фотографии. Да. Какой это год примерно? Может, ну, она уже студентка, наверное, была. Да. То есть это где-то военный, послевоенный? Послевоенный. После 40-х. 40-е. После 40-х годов. То есть это может быть даже в Алма-Ате, она же тоже выезжала? Вместе все выезжали. Эвакуация. Она не была, а была где-то в другом месте. Она в Казахстан поехала, потому что она закончила энергетический, ее послали туда. А, вы не вместе учились? Вы учились в брат... школе несколько лет. Да. Просто по Бабруйску. Бабруйску. Один я много слышал. А вот этот? Это было? А, это было. А какой здесь возраст примерно? Ну, тоже, видишь, косы носила. Это еще, наверное, школьник. Ну, это Бобруйск, да? Бобруйск. То есть это довоенное время? Да. А вот это мы это так... Это папа вернулся оттуда. Да? Востока, да. Совершенно он не узнаваем. Почему у него военная форма здесь? А потому что это же там, ну, как это называется, я не знаю, типа лагерь на... Он был лагерным врачом? Вот здесь он... Он вернулся оттуда, с Дальнего Востока, я помню. Вот видишь, эти два... Ну, у него же звание даже. У него же звание, две петлички. Ну, наверное, это же был военный, наверное, округ какой-то. Я не знаю, что он, почему он это получил, эти звания. Но, во всяком случае... Он приехал, видишь, такие гимнастерки, два таких кармана большие. Да, да, да. И мне запомнилось, как он принимал оттуда сотни. Он же зарабатывал там. За все это время. Ему при, ну как бы, когда его выпустили, ему он дали под расчет сумму. Я это помню, эту гимнастерку, когда он принимал. А это бабушка. Да. Еще было перед войной. Вернулся это, значит, 39-й примерно. 3 года он был. Он работал там. А почему, наверное, звание? Это же военный округ какой-то был. На самой границе там. То есть его сослали вот поселение, да, но он продолжал работать и, возможно, даже звание ему присвоили. Работал, он же был военным врачом. Да, ну да, он зарабатывал. А вот здесь? Тетя Мира? Да. Какой это примерно год? Я тебе скажу. Это, наверное... Здесь она в старшем классе где-то, да? Да. Это, наверное, 10-й класс. Ну, что такое вопрос, я не знаю. Ну, это не помнишь, нет. Ну, не, конечно. Значит, где-то предвоенный год. Предвоенный. А что ты помнишь о тете Мире? Кроме некоторых вот таких фотографий, так. Вся жизнь очень хорошо. Она жила в Москве, а я еще стала в Москве. Она же эти 3 года, что я была в Москве, она была в Москве. А они как раз жили с тетей Юдей вот там, на Хлебном. Да. А почему? Ну, потому что я младше, надо было с мамой кого-то оставить. А как они там справлялись одни? Тетя Роза же была. Тетя Роза, а, дядя Лёва, они помогали. Наверное, была служанка, конечно, домработница. Конечно. Все же работали. Тетя Роза работала, дядя Лёва работал. Они учились, конечно. А почему тогда ты с мамой тоже не поехали в Москву?
А там уже, наверное, жить было нельзя. Все-таки вчетвером они жили вот в квартире это, на Хлебном. Там это было люди, тетя Роза, не больше уже. Да. А где они жили? Вот я помню эти три комнаты. А первая да, отдельная, нет. Вот прям входишь по коридору. Большая. Первая, большая. Это, кто там жил? Это дядя Лева. Так. Слева было две смежные. Да. Одна была как столовая, а самая дальняя была там молодежь. А где же тетя Роза жила? Она, по-моему. Но они как-то менялись. То тетя Роза была там в дальней. Ага. А вы здесь ближний. Здесь, да. Понятно. А когда вы поехали навещать потом... папу в Сибирь, это вы поехали все? На Дальний Восток. Я на Дальний Восток. Только. А почему они Мира учились, с Юрием? Я в 3-м классе, в 4-м. Меня можно было взять спокойненько. А. Отпроситься в школе и... Я же потом догнала всех. А потом, когда дядя Лёва умер, то... Мира и Юля жили в большой комнате. Тетя Роза жила маленькой, а это осталось как столовая. Первый налево осталось. Я помню, была тетя в большой комнате. Я помню, ну, я помню бабушку Гиту, которая жила в большой комнате. Да. Она лежала на этой кровати огромной. Да. И была лампочка к спинке привернута, да. Медная такая, да. С отражателем. Да. И вот... Это потом, когда дядя Лёва умер, это уже было. Ну, после, я видел ее, когда мне было сколько? 2 года, может быть, 3, 50, 51. Это был первый внук у меня. Да. Она умерла в 52-м. Значит, я мог видеть, когда мне было 4 года. Года. Я помню это. Я ее помню. Так, все. Это мы видели. Да, да. Это вот та фотография. Да, он 6. Это я уже школьница. Старше, наверное, лет 11. То есть это довоенный, где 36-37 год, да? Даже больше, наверное. Здесь уже треть мира без... Без косничек. Думаешь, больше? Сколько я тебе думаю, тут? Я думаю, что у меня, наверное, лет 10, наверняка. 35-й? Нет, больше. 36-37. Ну, это я и Белла. Ага. Ну, это какой? Примерно такой же, довоенное время. Да. Бабуська. Ну, там Белла же бабуська. Это я с Белой. Кажется, ты здесь старше. Здесь, конечно, старше. Так это же не тот, не тот. Ну, ты старше тети Миры, мне кажется, здесь даже. Ну, впечатление. Это примерно какой год. Все равно это до войны. А это платье, это дядя Лёва привез из Америки. Кому ты привез, я не знаю, знал, что три девочки у папы привез. Может быть, даже это по очереди мне пришлось. Потому что оно не знал, что они же вырастали все. Но во всяком случае, я знаю, что это американское платье. Собственно, персонал. Но это же я училась в музыкальной школе, там точно. Это где? Уже это косточка, мама купила в Торгсинге. Торговля с иностранцами. Да, да. Это была иностранная вещь. Это, я хочу сказать, что я помню, когда я сдавала экзамены, и они мне поставили хорошую оценку. Там и как потом, когда мама спрашивала, значит, как я сыграла, ей даже за одну кофточку можно было поставить 5. Там есть. Комиссия? А какой, это где было? Это Бабуйска. Спасибо. Это Дина моя, что там нравилась. Мама все время говорит, дружи с Диной. Она играла на скрипке, а я на рояле. Дружи с Диной, она хорошая девочка. Я Дина знает, что мне так надо говорить. Дружи только с Диной. А это мы, а это знаете, это мы в Кашине. Когда, значит, папа уже вернулся, это уже после войны, по-моему, было. Папа устроился в Кашине, Калининская область, врачом на все лето. Ну, там нам дали квартиру. И оттуда приносили обеды. Какие-то годы? Это уже, наверное... После того, как он приехал из... Ну, я еще был в девятом классе, наверное.
Ну, у тебя, кстати, до войны? Да. Нет, до института. Ну, соответственно, до войны? Да, да, да. Да, да, да. Ну, это точно, я вижу, это Кашин курорт назывался. Там курорт специально какие-то минеральные воды. Это Калининская область. И ему там дали, значит, предоставили квартиру. Ну, и он там работал. Тоже как врач-инфекционист. А послали его туда, а это в Кисловодске, он еще молодой. Сейчас, мы вернемся к этому. Что-то что вспомнила? Послали его туда после того, как он приехал в Дальний Восток. Да, да. Ну, поэтому давали просто, ну как не послали, это же добровольно. Ну, да. Он решил, что, наверное... И вся семья там жила? Нет, Юдзия приезжала только, и то даже несколько раз все даже. То есть и Мира тоже спи. Они жили. Они, жили, они как постоянно жили на Хлебном. Постоянно, да. А я, папа и мама были. Угу. Это летом. А я в Кисловодске еще. Правда, ну как. У нас эта фотография датирована 1939 годом. Это вскоре после его приезда из Дальнего Востока. А как он ощущал, а как он перенес всю эту поездку? Дальний Восток? Ссылку. Ссылку. Как он относился к Сталину после этого всего? Ну что я с ним беседовала, как вы думаете? Могла слушать какие-то. Почему он здесь позирует с Лениным? Он был все-таки, он поддерживал? Ну просто это Кисловодск там. Не потому что Ленин. Он отдыхал в Кисловодске, потому что он имел такие 3 года без отдыха, без отпуска. Он не работал, все. Поэтому я тоже приятница, подружка Габрышка. Она сейчас здесь живет в этом в Детройте. Вот интересно, Кашин? Кашин. Юля приезжала туда, а я... Папа и мама были там, ну, на скамейке там, в этом скверике. И дом наш прямо стоял в таком, как бы, сквере. Это в городе было или пригород? Кашин сам по себе небольшой городок. Курорт, это курортное место. Угу. Там была у вас что? Квартира. Квартира. Да. Угу. То есть мама не работала, папа работал. Ну, там, на себя туда одели. Там река протекает какая-то. Калининская область какая протекает. Калининская Волга? Это какая-то не сама Волга. Не сама. Ака, может быть. Нет, Ака это. Нет. Ну, вспомним. Я знаю, что я там даже на лодке начался. Есть. А это? Это Волга. Возьми палочку. Сейчас Волга, так это. 10 класс. Это... Эвакуация уже? Да, это Алма-Ата. Так, то есть ты уехала в Алма-Ату в каком году, когда началась? Война, ну, 45. Сразу после начала вы уехали Мы уехали, как раз учебный год начался. Бобруйска? Нет, мы же уже жили в Москве. А, вы же в Москве. А где же вы жили в Москве? После Кашина, как вы могли? Нет, мы, когда папа вернулся, мы 2 года, наверное, жили в Электростале. Это... Под Москвой, 100 километров. Он еще не мог за 100 километров пока, должен был. Да, да. А потом, пока это все оформили, реабилитацию, ну, годика два, наверное, уже. И что? И потом, когда началась война, Люди приехала к нам, помогла нам собраться все. И мы уехали, потому что Люди уже работала преподавателем в скульптуре. Мои? Нет, ничего не мои. Сначала институт «Цвет нет золота» назывался, на Калужской площади, вот такой институт «Цвет нет золота». Ну, я по распределению туда поставлю. Ага. А какой она институт закончила? Институт физкультуры. А, институт физкультуры. И она получила диплом и послали ее преподавателю физкультуры в институт «Черное золото». И преподавателями вообще вся команда этого института выезжала в Алма-Ата. Первый год. Люди работали в институте. Институт эвакуировался в Алма-Ата. Она, как преподаватель, имела право вести свою семью. Поэтому она везла папу, маму, меня, а Юля осталась с тетей Розой, и они уехали
туда, куда институт, МГУ уезжал. Это где? Куда? Они уже не в Свердловске. Вот, раз это был 10 класс, 41 год, вот я поступила там в школу. В Алма-Ате? Да. Закончила 10 класс. Вот здесь вот такая симпатичная девочка. А ты продолжала играть на фортепиано? Нет, там же Алма-Ата. Мы же снимали там комнату маленькую. А до этого момента ты играл на фортепиано? Когда ты вообще начала играть? В каком возрасте? В Краснодаре тоже был район. В Краснодаре тоже. Нет, жизнь. Это было. А это я... Уже кашин. А, это Алма-Ата, думаю? Нет, а, уже это, пионерский галстук? Это не пионерский, это уже была пионер-вожатая. А, пионер. Это из Москвы, такое там место, Калантаев, где-то недалеко от Москвы. Это я устроилась работать пионер-вожатой. Пионер-вожатые тоже носили галстук. Ну, обязательно. А это я в Москве. Я студентка. Это уже поствоенное время. А вот это наш четвертый класс Бокройский. Вот тут был... А кто был? Вот Дина. Вот это самый Рахим. Четвертый класс? Да, да. Конечно. Ничего, такие... Ну, мы-то встретились. Это наши четвероклассники. Да? Встретились после войны. После войны, выпуск. Да, а вот кто был здесь вот? Вот вырезано, вырезано фотография. Здесь был такой Ханан у нас. Когда Ханан... Я послала, когда у него был какой-то день рождения, я перезвонила. Тоже из вашего класса? Да, 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 он же меня просил. Мы думали, ты был какой-то враг народа. Дело в том, что вот это самое, это Дина, это Нира сейчас в Израиле, это уже ушла из жизни, это погиб во время войны, это Трофим сейчас в Детройте, а этого я тоже не знаю. А это я. А вот в центре кто? Это я, так я не знаю, что с ним делаю. А кто в Израиле? Вот это... Вот во втором ряду, по-моему, женщина. Да. Вот это. Я. В каком же году вы встречались и где? В Бобруйске, после войны. После войны просто... Катерина меня пригласила, просто они уже вернулись, да, погостили просто. А тетя Лиза уже там жила, после войны они приехали в Бобруйск опять. Ну да, они вернулись в свой дом. И дом не разрушен? Наоборот, дом был приведен в идеальное состояние. Даже, там жили немецкие генералы какие-то, ну, начальство немецкое. И они поставили им пианино там хорошее. И они привели дом в идеальное состояние. Потому что дом стоял на самой, вот этот дом стоял на главной улице, и там жили немцы. Они жили или там был штаб какой-то? Был жилой дом, да? Не знаю. Ну, в общем, чем они там занимались? Туда смогли... Жили немцы, да. Короче. Туда приехала тетя Лиза с Беллой. Прекрасный оборудованный дом. И они там жили? Конечно. После войны. Больше никого там не было, да? Ну, после войны, зима погиб в Ленинграде. А мама, то есть моя бабушка, твоя мама, она вернулась в Москву? Ну конечно, мы уже вернулись. Это же уже все после войны. Нет, после войны. Просто тетя Лиза пригласила меня побыть там, да, погостить. Ну это уже послевоенное время. Это уже его такой возраст. То есть не послевоенное. Это конец. Конец мирного времени. Конец мирного? Это еще предвоенное время, да? А это я. Кажется, старая фотография. Это в Бобруйске. Вот это пианино, которое оставили немцы. То есть это послевоенное время? Ну да. То есть когда ты приезжала погостить тете Лизе, ты играла на этом пианино? Это какие-то часы какие-то вообще не было. Ну это, в общем-то, послевоенное. Ну, по возрасту видно. А
готовимся к параду. Сейчас я даже на двух ногах не могу. Ну стоять. Ты руку вот так можешь делать? Вот так. Попробуй, да. А где это интересно? Не знаю, где-то было. В Алма-Ате, может? Нет, на стадионе. Это сценический у нас там готовили. Из Мани? Динамо, из Мани. Да, это уже после войны. Ты знаешь, где в Тимиряйской академии, нас загнали туда, вот, в Тимиряйскую академию, чтобы мы готовились к параду. Тогда носили шаровары, вот я смотрю, да? Это по моде привезенные в Средней Азии. Мы не носили, а мы просто, это же тренировка. Тренировочный тест. Мы жили в общежитии Тимиряйской академии, недалеко от Саяновского вокзала. А почему мы там жили? Потому что нас готовили к выступлению на структурном параде. Культурный парад 1 мая или ноябре? Нет, ноябре. Культурный. В День физкультурника? Конечно. А, День физкультурника где-то в августе. Да, летом. И парад был где должен был быть? Это на стадионе Динамо. Ага. А бывало потом на Красной площади. На Красной площади, я помню, был парад. Вот это мы тоже тоже там. Мы готовимся все. Но тетю здесь нет, да? Она тоже приезжала. Она тоже? Там написано курорт, это из МАИ. Это группа МАИ, да? Да, она училась. Это знаешь, написано? Группа, это резорт Жилёва, дом отдыха Жилёва, может быть? Да, мы были правильно. Жилёва, это от Майовска. В Москве. Это я в МАИ училась, это практика режима. А кто это на переднем? Это Аня такая была. Аня, я помню Аню. Ее сын Марк. Это он, я помню ее очень прекрасно. Она очень интересная такая, спортивная, очень, да. И видно здесь она такая. А мне кажется, я похожа была на Дину Дурбан. Вот здесь вот. Дину Дурбан? Тогда вся, это же была американская артистка была, все да. Стриглись так. А. Вот так. Я помню, она жила на. Недалеко от Киевского вокзала, мы к ним приезжали в гости даже. Я помню. Близко от Киевского. Да. Это тоже мы еще готовимся. Это Тимиряйский район есть, недалеко от Саревского. А. Что это за дом? Это общежитие. Живые дома. А. Живые дома. Ну это живые дома, общежитие или что-то там. Это по-русски еще. Видишь, как мы даже не по хронологическому. Да. Мы старались, но не почему вот их не. Да, это вот это довоенное, значит, это платье было тоже довоенное за роялем. Ага. У них и тоже было, по-моему, тетя Лиза была, понятно. А это у них в этой большой комнате стоял такой диван. Да. А это что, сигарета у тебя? Ну. И что такое он делал? И палочка, как будто ты. И шляпа. Специально такой снял не делал. То есть это все в этом доме, вот в Бобруйске? Да. Громадный дом был. Угу. Оно до сих пор же там стоит? Дом стоит этот. Это же Брома рисовал. Уже после войны? Это с тетей. А это, наверное, с МАИ готовилось. Это еще. Она уже тогда преподавала в МАИ. Ну, работала преподавателем скульптуры МАИ. И это, вероятно, снимок сделан где-то... Это где-то у меня же на стадионе в Майорском, по-моему. Ага. Вот, на Соколе. Тогда там сколько деревьев было? Она там, она... То есть она после института цветных металлов... Она же она... была до войны. Во время войны нас прислали, вырвали Алма-Ата. Когда вернулись обратно, она уже в Алма-Ата поступила в этот самый МАИ. А ты где поступила в МАИ? Там, в Алма-Ате? Я же уехала в школе. Да. Это тетя Белла, тетя Юлия. Это не где мы снимались. Это не в Анкарине? В Анкарине, не приехали. Ага. Ты Миша родился. Это... 48 год. Лет 48. 48. И мама приезжала ко мне. Она еще работала, мама приезжала ко мне. Угу. И это
кто-то из мира хлопотал, чтобы снять вот эту комнату. Где? Это какой-то перерыв на стене. А кто делал эти фотографии, интересно? Кто фотографировал? Кто-то же должен был их делать. Папа? Ну, вот. Да, у вас была фотография, да? Он же был, ну так. Он этим занимался, и радио, и телевидение. Это я, ты вот, и бабушка на Нита. Да, на лесенке, на даче. Вот на той самой даче, где вы сняли. А, это я в Болгарии. А, Болгария, это 60-е годы, да? Да, 60-е. Я работал. Это мы с министерством ездили. Это как-то давно отдых, тоже студенческий. Давно отдыха. И какой-то подошел ко мне, что-то, видно, я произвела впечатление. И говорю, давайте я вас сфотографирую. Да я, ну, так с художественным таким уклоном был. Встаньте так, вот как будто вы веточку берете. И получилось такое. А что это за вот это что? Кто-то стоит рядом? Это рядом, это, там есть фотография, где вот такая Фира, Фрида. Фирийская такая немножко. Но он почему-то отсек ее. Вот это та самая Мира, которая сейчас в Израиле, а это Дима. Твои подруги по бабусь, по школе. А это мы выезжали на пикник с папиной работой. Еще с какой работы? Это работа канал проекта. Вот канал. Вот ведь его он должен был уйти из МАИ. В 53-м, когда мне 5 лет было. Там была волна очередная антисемитская. И в общем. У нас был такой преподаватель, Антави его была фамилия. Антави. Потом его почему-то убрали. А ты в каком году закончил? Собственно. То есть ты заканчивал уже в Москве? Я заканчивал, конечно, но я уже заканчивал уже на 9 месяце уже. И поэтому у меня сначала по плану меня должны были послать на Урал, как будто в Киров. Но поскольку уже я тогда, это было перегоритно так намечено. А когда уже я защищала диплом, я уже был на 9 месяце, меня было послали. Ну, в Москве я приехал. Тебя направили на завод замочных изделий? Нет, на авиационные. А, на авиационные, да, авиационных двигателей, да, по-моему. Да, да. Там какое-то мотор, время. Мотор, да. Вот это, рука, который. А, вот этот день, да? А это на первомайской демонстрации. Вот это завод замочных изделий. Напротив на Таганке. Почему я пошла туда? Да, почему я пошла туда? Потому что это прямо напротив дома. Я помню. А Миша учился в школе, еще надо было ему как-то так помочь, чтобы. Ну да, днем, чтобы. Конечно. Я помню этот завод. Ну, напротив. Я приходил даже туда. Вот это тетя Лиза, это дядя Мусина. А это где снимок, интересно? Это хрен первого. Хрен, только дворик. Это, по-моему, не с улицы. Нет. А дворик. А там же вход был не с улицы, а такой придвор. Вот же дом. А, вот этот дом, да? Я помню, да, маленький, да. Там, да. Вот это как раз место. Вот это Герман. Да. Я. Вот Миша сидит на заборчике. Да. Заборчик маленький. Дед Шкерми тогда еще работал локаторами занимался. Ну там это пора. Сколько здесь? Это мне сколько тут? Ну лет 4-5, там 4, не больше. Ну да, 52-й. Да, еще его не уволили. А эта шубка переходила
от Миши. Гриши. Гриши, от Гриши еще кого-то. Хорошую шубку тоже. Это примерно тех лет, да? А это где-то... Из газеты. Это где-то на курорте похоже. Да? Вот это для Миши и Даника. Но ей, которая была лет 5, 6, 7, так же. А ведь... Тетя Соня — это вторая жена, да? Первая жена, что-нибудь Люся, известно? Люся. Нет, это она умерла. У них был сын Олег, как первый брат. Нет, вообще он. Музыкант. Да. А первая жена была еврейка? Люся? Нет, по-моему. Да Соня тоже русская. Ну, Соня, тетя Соня русская или она украинская? У нее Тимченко. Скорее. Не еврейка. А это? Это Гриша, я помню. Это Гриша. Это такой костюм был. Да, я помню. Это они жили, когда Белла с Яшей приехали, мы ткали на его, когда прошли след. А откуда они приехали? Они приехали из Бобруйска? Почему они не могли в Москве поселиться? Почему было ткали? Потому что Яша как-то устраивался на работу, и в Москве он не смог устроиться. Это... Он был специалистом по электромеханике, вот, по электронике. Таким. Он же защищался по тиристорам, я помню. А скажи, пожалуйста, почему, вот кто в доме остался? Какова судьба дома? Ведь в конце концов оттуда все выехали. Дом продали или как? Продали дом. То есть последний, кто там жила, это семья тети Лизы. И они, возможно, продали и уехали в Луткарино уже после того, как дядя Моисей умер. Нет. Я помню, тетя Лиза жила в Луткарино вместе с тетей Белой. Да, да. Значит, они продали дом. Конечно, они переехали в Москву. Не в Москву, в смысле, Луткарино. Там же, да? У вас была своя квартира? Где? Когда вы жили? Когда папа родился? Мы жили у дедушки Ирмы. Да. А, с его родителями? С его родителями. В ужасной комнате. 15-метровой. Комната меньше этой. 16 метров. 16 метров. Значит, Миша на кровати. Там ольковчик такой был, я помню. Миша кроватка. На кровати. А, кровать. Вы в алькове. Да, в алькове. Мишина кроватка. И там большая кровать, большая, это бабушка с дедушкой. Они оба старенькие, намного старше. Свои. Я сейчас. Ну да. И дед. Дед еще. Партняжил. Все в этой маленькой. Он и гладил, я помню запах этот. Отутюживал эти костюмы, это брюки. Кошмар. Это. Может быть, потому и ты заболел так. А что у меня было? Ну, считали. Считали туберкулез? Да. Ну, считали, это легкие. Ну, во всяком случае, легкие. Потому что, где-то знаешь, в 16-м, ну, я все время с тобой гулял на улице, я же не работал там. Ну, да. Я помню. Вот это не та комната? Нет, это бабушкина комната. А там не телевизор, вот там на заднем плане? Нет, какой телевизор. Это там картинка. Значит, это Бобруйский дом. Понятно. Это довоенная. Это большой комнате, да? Не первая громадная комната, была громадный стол. А это на заводе. Это вот какой завод? Моторный? Или... Нет, это вот завод домашних изделий. Угу. Там была технологом? Да. Там, видишь, это чертежница. Да. Я сейчас сказала технологию. Это было до того, как папа родился? Это да. Был 55, какой-то... мне было лет 6-7. А, да. Уже? Это была твоя первая работа после папы? Нет, первая была моторный завод, авиационный. Да. Более-менее по специальности. Потому что послали по распределению. Угу. Но ты там не смогла долго работать.
Удобно? Далеко было ездить и неудобно. И тогда вынуждены... Мы тогда переехали на Дровяной переулок, чтобы дали, с прицелом, чтобы дали комнату или квартиру даже. Да, ты помнишь? Нет. А в эту комнату вселился Толя, прописался. Толя, тетя Несина. Да. И мы жили в этом ужасном доме на первом этаже. И в туалет в этом. В коридоре, ужас, чуть ли не на улице. Да. Но ты жила напротив, это я помню. Поэтому приехали до зимы, это Гриша маленький, мы приехали... Малаховка? Они снимали там дальше. А это у нас на демонстрации первого. А это... А кто это? Это Миша. А это... Сотрудники, возможно. Марик, это же на территории Кремля. Значит, тогда можно было пройти? Ну, так это демонстрация. А это Белла, там у них. Я помню диван этот, да. Где ты сидел. Да. Это Бобруйский. Потому что фотографии у вас идут. Ну, мы же не знали, какие были. Да. Дядя Миша молодой еще. Ну, примерно. И до военных. Ну, конечно. И маленькие звездочки еще. Он 16-го года рождения. Это мы в А здесь написано 17-го. Дядя Миша сказал 17-го. Я 16-17-го не знаю. Наверное, дядя Миша лучше знает. Это Бобруйск? Нет, тут Бердянск. Бердянск. Что это? Бердянск. Конечно. Бердянск, кто-то сказал, да. Мы тогда ездили, начиная с 2 класса, 3-го, да? Мы ездили несколько лет. Да. И останавливались все время одних в центре. Осипова. Осипова. Да. Николай Степанович. Он такой спокойный. Какой? Спокойный. На фоне бушующего океана. А это дамба знаменитая. Да. А когда вы поехали с этим Иваном Степановичем, не могли пристать, да. Он поехал на лодке. С... На рыбалку. Да. И... Дальше у нас волнение моря, и они подъехали лодкой к этой, этому месту, они не могли пристать. Било. Било. Волной било. Потом он прыгнул, и как-то или я прыгнул. Потянуло. Мы набрали, но рыбы поймали. Рыбы, ужас. Я помню, Николай Степанович привозил ванночку рыбы, детская ванночка. Он привозил в мешке, высыпал в эту ванночку рыбы после... Рыбинспектор. Он, наверное, не ловил рыбку, он просто ловил у... Конфисковывал. Привозил, выбрасывал вот в эту детскую ванночку такую. Говорит, Михайловна, хоть жарь, хоть вари, что хочешь, только уху буду я сам делать. Я никому не доверяю делать. Можно было жарить, варить. А сколько... какая рыба была? Было всякие. Было такой... Рыбец. Был рыбец. Был... Палтус. Нет, камбала была. Камбала была. Бычки. Бычки, большие бычки. Это Азов приварочек. Ну, во всяком случае, это баночка, она летает в баночку. Баночка. Он развешивал, потом на сушку. Сушила, да. Дяля. Таранка. Таранка была знаменитая. Да. Это вот Леша, это... Муж Гали. Муж Гали. И сын у них Рома. А вот где Леша работал? Он какой-то был большой человек в области электроники, да, какой-то вот, радио, промышленности. Но он учился вместе с Галей моей. Вы... Нет. Вы, ты с Галей учился? Я с Галей учился. Это... Это мы идем со Смирновыми. За Ирмом. Да. Да. Смирновыми идем по... Вот это наш стал муж, это... Да, Милый. Милый, а это... Я вот не мог вспомнить, кто это. Да. Вот этот костюм. Вот такой костюм, я помню, был. Да. Он с этими, с манжетами был на брюках. Симпатичный мальчик такой был. Да. Сейчас черт что.
Вот это там же. Это вот я было. Помню вот этот заядлый шахматист, Серафим да, или как его? Да, Серафим. Серафим. А вот это Тома? Это Тома, это же а моя это? Троюродная сестра. По какой линии она? Я вот хотел вспомнить ее. Она тоже Тома Монозон. Значит, это папина, наверное, двоюродная сестра была. То есть она мне приходила с троюродной. Папин? То есть Михаила? Да, папа Миша. Она какая-то троюродная у меня была. Угу. Не она, а ее мама, естественно. Ее мама? Ее мама, Фаина или как? Фаина. Значит, Фаина троюродная. Фаина была троюродная, двоюродная. Папина. А что-нибудь слышно было про Тома? Давно уже. Ну, она с нами была, я помню, итальянская. Да. Это на выставке пожарной техники. Да. Это в парке вот... Горького, да? Да, да, да. Это вот Рома. Рома, а это ты. Да. А это ты и папа там, да? Ну, здесь когда не это Рома родитель тоже где-то есть. Ну, да. Это вот, а, да. Это в Балтике. Пожар... Это... Нет, нет, ну, это там, же, там же, на той же выставке. Да, да. Рома. Это в парке Горького или в Сокольниках? В Сокольниках. В Сокольниках, да? Парк Горького недалеко. Ну да, в Сокольниках. А почему в Сокольниках? Ближе было? Да, не можем доехать. Ну мы жили, мы тогда жили где? Мы уже жили на АСГ? Да. Там в Сокольниках. Да, там на трамвае. А это вот это Болгария. Да. Специально поднялись посмотреть. Специально такая морская какая-то яхточка, не знаю. И оставили эту яхту просто так вот, чтобы фотографироваться, просто для туристов. Не только Болгария. А вот это где? Это на завод замочных изделий или где? Это какой-то чувствуется контора какая-то. Да, да. Или нет, моторный завод? Нет, нет, моторный не завод. А, ну да. Скорее всего, завод замочек изделий. А это Миша. Идем, идем. Это мама, кто? Я это я? Мама, я устал. Нет, еще немножко. А, значит, Сокольники. Сокольники, да. Да, теперь я вспомню. Мама, я уже устал. Нет, Мишенька, надо еще немножко. Так, а это где? А это? Вот это как раз на заводе. У нас же тут еще... Был оркестр сидел, но я их обрезал, я их не помню. Я только помню, что был один аккордеонист и два гитариста. Угу. И заводские ребята, в общем. Это субботник. Знаешь, куда у нас возили? Я узнаю эту куртку. Это моя куртка, кстати. Ты мне ее купила как-то, а потом одела на субботник. В том, что это на субботник надо было. Мы там вкалывали на этом самом таком доме отдыха министерском. И надо было там что-то проводить. Приводили в порядок дом отдыха. Это тетя Юдя с Олей. Дочкой Миры. Ой, у них на даче. У них на даче. Внучкой, тетя Мира. Оля? Внучка. Это, по-моему, я делал уголок. То ли на комсомольский билет, то ли на паспорт. Вот это тетя Лиза. Примерно какого года это? Я сама пожелаю. Это в Луткарино, по-моему. Да? Когда мы жили в Луткарино. Я помню, мы к ним приезжали. На юбилей, по-моему, даже. Это Бирштанс. Это они уезжали. Тетя Лиза уезжала на лето. На лето в Бирштанс. А кто, как она могла уехать? Они все? Ну, были? Да. А, это министерство. В связи с чем? Каким-то юбилеем? 8 марта. Это Брома. Да, Брома. А кто рядом с ним? Вот это Дина. Это же Дина. Который сейчас... Вот в Казахстане. В Казахстане.
А справа? Эти две я не знаю. Случайно попали? Нет, они просто... Я их не знал. Вот это они мне прислали такую фотографию, чтобы снимались по-русски. Прислали мне. Вот Дина мне прислала письмо о том, что Брома организует там постоянную выставку картин. И он завещает все свои картины городу Бобруйск. Вот это письмо лежит у меня еще и держит. Что дочь недовольна, да? Решение. Вот это сейчас, которое вы даете вообще. Вот это денег там уголочек. Вот это, не забудь того, что вы сделали технолог. Главный технолог. Или главный? Ты доросла до должности главного технолога? Ну что там делают изделия? Там же не моторы делали. А это мы выезжали вот, в дом отдыха. Между Москвой и Ленинградом, это там, где есть между Москвой и Ленинградом Балагое, недалеко от Балагова. Туда попасть нельзя было, только с министерства можно было получать пусто. Это Николай Степанович. На совещание? Не совещание, он в Индии. А, это в Индии? Здесь в Индии, видишь, как море было? Да. В России такие не ловятся. А это мы были где-то... А, это на совещании в Запорожье. Вот это Гринберг такой. Вот все, хохмом все всегда. Угу. Николай Степанович нас снимал. В Запорожье. Там было совещание нашего министерства. Угу. Не просто нашего, но главных механиков. Ты была как главный механик? Нет. Управление главным механиком. Ага. Это там же? Похоже, нет, как период. По моде. Ты не видишь? Вот это они тоже. Вот это был главный технолог какой-то. Это тоже был. Это директор Петропетровского завода. Совещали все главные механики министерства. Значит, и других заводов, и нашего министерства. Нет. Это Болгария. Вот это Олег. Сын от первой жены. Ну вот Надя рассказывал, что он пьянствовал, вот да. А сейчас он где? Природа отдыхает на денег, на детях. Миша был такой толковый, такой образованный, а этот пошел в музыку и скатился. Ну да, там игра в ресторанах, там это выпивка и все. Это не разрешил. Да. Это Николай Спанцов по совещанию по банке. Банкет после совещания, я думаю. А это мы, это вот муж нашей сотрудницы из министерства. Она нам поручила, он один поехал туда. И она нам поручила, это, знаешь, где Сентука. И она нам поручила, чтобы мы... Следить за ней. Мы были с ними, во всяком случае. Это тоже, это Сентуки. А вот это картина или фотография? Даже, может быть, не это рисунок. Вот дядя Миша делал, ее муж, Михаил Давыдович. Он рисовал? А кто это мог рисовать? Кто-то рисовал. Это рисунок. Это я сфотографировал очень неудачно. Мы собирались в Татимира. Оля. А, ты фотографировал? Ну, наверное. Выпил вишку, и рука дернула. А кто играл на гитаре? Мира хорошо играла. Да? Мира? Я не слышал. Ну да, хорошо. Мира играла. Все. Все.